До главного новогоднего праздника осталось несколько недель. Но что подарить друзьям и родственникам на год дракона? Фигурку с мифическим существом или настоящую рептилию? Маленькие улыбающиеся ящерицы из рода гекконовых, очень ручные, спокойно сидят на руках. Долгожители, живут где-то лет 15-20. Моей самой вот первой ящерице получается 6 лет. За необычного домашнего питомца придется заплатить от 2 до 7 тысяч. Зависит от окраски. Ухаживать за ними совсем не сложно. Важно часто менять воду и кормить замороженными сверчками. Это и привлекает покупателей. Нужен контейнер, укрытие, кальций, вода и влажная камера внутри. Тряпочка. Ее нужно каждый день смачивать. Но не только ящериц и хамелеонов покупают из-за символа года. Хомяки, рыбки или, например, попугаи тоже пользуются спросом. Хомячки, попугаи всегда пользовались спросом, потому что люди к ним привыкли. Вот. Но сейчас, на самом деле, последние годы террориумистика прям шагнула огромными шагами вот вперед и стала очень популярна. То есть люди прям хотят уже экзотику. И сейчас это стало более доступным, потому что много товаров появилось на нашем рынке. То есть специальные лампочки с ультрафиолетом, там коврики и прочие приспособления для них. В любом случае, конечно, при выборе экзотического животного нужно понимать, что в условиях, особенно в Сибири, очень важно животному создавать благоприятные условия, иначе животное будет страдать. Но это неправильно, в принципе, для любого животного, что хомячок, что птичка. И хоть говорят, что главное не подарок, а внимание, найти под новогодней елкой хомяка или ящерицу точно лучше. Главное, помните, что человек должен быть готов к питомцам. Обязательно заранее узнайте, будет ли он заботиться о новом члене семьи. А если нет, то всегда можно подарить сувенир с драконом.